В Екатеринбурге 20-летняя девушка родила ребенка в квартире, положила его в пакет и оставила на улице. Малыша нашел в сугробе случайный прохожий. Мужчина возвращался домой, припарковал свою машину, а когда вышел из нее, услышал душераздирающий младенческий плач. Пройти мимо и остаться безучастным гражданин не смог. Взял грудничка на руки и вновь сел в салон своего автомобиля. Вызвал сразу же представителей МВД и неотложку. Младенца увезли в неонатологическое отделение одного из екатеринбургских роддомов. Врачи борются за жизнь малыша. По предварительным данным, мальчику не больше суток. Он родился доношенным. Мать уже установлена. Это жительница Челябинской области, которая арендовала квартиру в Екатеринбурге и работала продавцом. Сейчас девушка находится в реанимации. Почему она выбросила ребенка, предстоит установить следствию. Возбуждено уголовное дело. Следственным комитетом продолжается комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления. Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, осуществляются допросы. Истребована необходимая документация, в том числе медицинская.